С общего селфи началась жизнь Венспилсского дома молодежи, на создание которого ушло ровно год. Инициаторами открытия дома молодежи стали юные венспилсчане, выразившие свое желание во время одной из встреч с руководством Венспилсской городской думы. Формат был такой. Мы сидели за одним столом, через какое-то время собеседники менялись. Они высказывали различные идеи. У меня сменилось 2 или 3 группы, и все они высказывали мысль о необходимости создания дома молодежи. Молодые люди подготовили обоснование, и положительное решение было принято. Выделили помещение и около 100 тысяч евро на ремонт и инвентарь. Молодежь изучила опыт создания подобных заведений в других городах Латвии и подошла ответственно к созданию своего дома, сделав ремонт своими руками. Конечно, крупные работы нам помогали осуществлять профессиональные мастера. По электроснабжению, водопроводным сетям – это все те работы, которые должны проводить профессионалы, а не молодежь. Здесь смогли самовыразиться молодые художники. Кто-то предлагал свои идеи. В любом случае, это была командная работа. План мероприятий расписан на несколько месяцев вперед. Вся информация размещена на домашней страничке. Причем здесь доступна информация, которая будет интересна молодым людям, проживающим не только в Венспилсе. Дом молодежи создавался естественным путем. Молодежь нуждалась в своих помещениях, куда можно было бы приходить со своими инициативами, собираться, беседовать, проводить свободное время. Здесь могут встречаться учащиеся с разных школ. Иногда они стесняются ходить в другие школы. Это станет местом встречи на городском уровне, где не только можно брать, но и самим создавать, развиваясь таким образом. В течение всей недели Дом молодежи проводит мероприятия в честь открытия, так как за один раз поместить всех желающих невозможно. Пока в распоряжении молодых людей только 3 помещения, но это только начало, ожидается продолжение этого проекта. Вторая очередь – приведение в порядок всего дома. Сейчас пока только первый этаж. Надо еще двор благоустроить. Мы надеемся привлечь иностранные средства. Дом молодежи будет открыт по рабочим дням, а время работы продумано так, чтобы школьники могли посещать его после уроков. Дом молодежи предусмотрен для тех, кому от 13 до 25 лет. Приглашаем всех, как индивидуально, так и организациями, неформальными группами. Например, здесь собирается школьный парламент. В Венспилсе есть учебные школьные предприятия, которые мы тоже пригласим к нам, чтобы они могли популяризировать свою деятельность. После торжественного открытия в новом доме молодежи прошло мероприятие «Кофе с политиками». Молодые люди, общаясь с политиками, обсуждали актуальные для себя вопросы. Татьяна Саксаганская, Диана Алихнович, Эдгар Инриксонс, Курзумское телевидение.